Светлана Старостина, 30 лет. Работала журналистом. Я ее подруга. Можно я пройду? Почему? А почему меня не пускаете? Ну я же помочь хочу. Света! Сейчас только будете мешать. Успокойте ее кто-нибудь! Говорю, успокойся. Убитая. Лежит на боку в позе эмбриона. Правая рука согнута в локте. На левой вырезан знак, напоминающий крест. Это я и так вижу. Время смерти точно определить сможете? Точно? Только завтра. Завтра уже наступило. В общем, нужно ехать на похороны, и уезжать нужно сегодня, чтобы успеть. Короче говоря, мне нужен небольшой отпуск. Понимаю, отпуск. Да помню, да, приходила на собеседование такая, на тебя похожа, я еще подумал, твоя сестра. Мы не сестры. Так, Лоночка, ну ладно, не переживай, я тебе сейчас хочешь чайку успокоительный. Да не нужно мне чайку, мне нужен отпуск на неделю. Отпуск, отпуск это хорошо. Отпуск это прекрасно. Ну, ты понимаешь, сейчас сезон отпусков, сама знаешь. А тут такое дело, дело регионального масштаба. Загадочное убийство журналистки, вырезанный знак на руке. Страшно, страшно интересно. Вы чего от меня хотите? У меня к тебе вот такое предложение. Давай мы отпуск преобразуем в командировку. Ну а что, ты поедешь, попрощаешься с ней, а потом вернешься и напишешь статью. Воспоминания лучшего аналитика о подруге, зверски убитой таинственным маньяком. Правда, это не твой жанр. Вы сейчас очень точно подметили, Леонид Михайлович. Это не мой жанр плясать на костях. Да. Кстати, если что, заявление по всей форме лежит в отделе кадров. Ланочка! Лан, одну секунду. Ланочка, ну прости меня, старого дурака. Совсем я разучился общаться и разговаривать с молодыми красивыми девушками. Это во всем виноват мой нос журналистский. Везде чую сенсация, сенсация. Так-то я человек неплохой, хороший. А что, если нам с тобой как-нибудь после работы вместе пойти куда-нибудь в ресторан? Вот. Ну, для того, чтобы понять друг друга получше. Вы знаете, я вас очень хорошо понимаю, Леонид Михайлович. И не уверена, что хочу понимать еще лучше. Как я могла не приехать? Как вы, Ирина? Да как, ну, справляюсь, я справляюсь. Подружки пришли. Завтра похороны. Прощание с утра. Гроб закрытый. На нее смотреть страшно, Светочка моя. Да хорошо, что ты приехала. У нее одна подружка была, ты, Ланушка. Здравствуйте. Садитесь. Мой характер такой. Я уже не надеялась, что она замуж выйдет. А тут такая возьмите. Ходит. Такая одухотворенная, я думаю.
Влюбилась моя девочка. Слава богу, а тут вон и как, видишь. Она с кем-то встречалась? Кто же его знает? Ведь она скрытная, из нее клещами слова не вытянешь. Вот, а тут пришла ко мне и говорит: ба, скоро случится очень невероятное что-то. Ты, говорит, сообщи об этом Лане. А сама она, видишь, тебе, видно, не хотела звонить. Ну, так что должно было случиться? Ну, я не стала ее спрашивать, побоялась. Я думала, свадьба. Она тебе письмо оставила. Письмо? Ну, да. Деша, ну это конверт. Я думала, приглашение тебе на свадьбу она оставила. Где же это? Вот. Спасибо. Господи, что ли, я совсем уже... У меня голова совершенно кругом идет. Я же тебя не покормила, ты с дороги, ты же голодная. Да, я тебе сейчас принесу. Да, сейчас нужно, поесть принесу. Сейчас, милая, сейчас. Красивый парень. А откуда у нее эта фотография? Это 5 лет назад. Я после первого высшего на лето приезжала. Валера тут хорошо получился, как в жизни прямо. Да, точно, Валера. Офицер спецслужб. А вы откуда знаете? А да, я же не представилась. Я Катя, психолог. Консультировала Свету некоторое время. Я Лана, подруга Светы. Очень приятно. Мне Света просто рассказывала, что у нее роман был с Валерой, офицером спецслужб. Ну, история совершенно в ее стиле. Невероятная, но она в нее искренне верила. А долго она у вас консультировалась? Да недостаточно. Но в последнее время ее жизнь для меня такая же тайна, как и для всех остальных. Она перестала ко мне ходить, ну, где-то год назад. Угу. Ой, что-то я засиделась. Мне пора уже. Может быть, я вас отвезу? Я на машине. Да вы знаете, мне тут недалеко, но если хотите, можем вместе пройтись. Да, я бы хотела. Пойдемте. А, ты куда, Ланочка? А поесть? Ирина Михайловна, честно говоря, я не хочу. Я устала с дороги. Пошла бы поспала. Ну, а ты поешь, а потом... Ну, как знаешь. Я забыла, Светочка тебе ключи оставила от своей квартиры. Да, конечно, кто там после такого будет жить? Но ты возьми, может, сходишь. Там все-таки от Светочки что-то осталось. Я... А ты переночуй у меня, я тебе на диване сейчас постелюсь. Ирина Михайловна, не нужно, я сняла номер в гостинице. Номер в гостинице? Да. Ну ладно, милая, иди. Иди, выспись. Завтра тяжелый день. Вы тоже отдохните, хорошо? Катя! Ей... Катя, подождите! Скажите, а все-таки Валера, кто он? Валера – это… Валера – это мой бывший парень. Света пыталась его отбить, у нее ничего не получилось. Мы рассорились. Хотя на самом деле он ей не был нужен. А потом Валера пропал. Из-за этого вы не общались? Ну, не только из-за этого. У нас вообще были странные отношения. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Да, карикатура. Копия всегда хуже оригинала. Видимо, Света так увлеклась вашей жизнью, что сама мысль о том, чтобы начать жить свою жизнь, приводила ее в ужас. 1 августа 2010 года. Это дата, когда была сделана фотография? 1 августа 2010 года – это день, когда пропал Валера. Я очень хорошо помню этот день.
Но когда сделана фотография, я не помню. Ждем в гости. Что это значит? Приглашение? На собственные похороны? Я бы на вашем месте не воспринимала эту надпись слишком всерьез. Света вообще была к этому склонна, к таким вот загадкам. Она была поэтической, эксцентричной натурой. Меня привлекали как специалиста после ее убийства. Вы знаете, все стены в ее квартире были расписаны вот такими вот загадочными, ничего не значащими фразами. Ну и, конечно же, полиция ухватилась за эту идею. Сумасшедшая баба с сомнительными связями. Я не знаю, чего они хотят добиться, но, тем не менее, по-моему, это совсем не тянет на самоубийство, даже с огромной натяжкой. Ну, просто представьте себе, потерпевшая сама себя ударила в живот ножом, а после этого, умирая, на руке вырезала какой-то знак. Ну, это же просто бред. Простите. Да все. Все в порядке. Я... Света же все-таки у вас не зря консультировалась. Но это неврология, это не психиатрия. Света не была сумасшедшей. Она была эксцентричной, она слишком увлекалась собственными фантазиями, но она была совершенно здорова. Может быть, вас все-таки подвести? Нет, спасибо, я уже почти пришла. Спасибо вам за информацию. Хотите совет? Вы постарайтесь не принимать эту историю слишком близко к сердцу. Сходите на похороны, погрустите на поминках и забудьте. Уезжайте обратно, работайте, живите, как жили. Стройте отношения, любите. Я совершенно уверена, что за этой загадкой, которая покрывает это убийство, ровным счетом ничего не стоит. Спасибо. Знаете, я, может, даже последую вашему совету. Просто очень не люблю вопросы, которые остаются без ответов. К сожалению, некоторые вопросы просто не имеют достойных ответов. До свидания. Не оставляй меня, подруга. Интересно. Все дороги ведут на кладбище. Вон не зеркало. Вон черная изнанка стекла. Что за бред?
Не подходите! Ты? Не подходите! Успокойся. Я из полиции. Тихо, тихо, смотрите сюда. Подходите! Смотрите. Полицейский я. Местный участковый. Стойте на месте. Ковалев Алексей Дмитриевич. Кажется, похож. Могу убирать. Можете. Меня зовут Лана Алексеева. А у вас что, бессонница, товарищ лейтенант? Что вы по ночам по чужим квартирам бродите? Простите, я не хотел вас напугать. На чем тогда подкрадывались? Здесь, между прочим, убили мою подругу. Вы очень похожи на убитую. Я же вам сказала. Света моя подруга. Давняя подруга. А. Ну и что вы здесь делаете, Алана? Сама не знаю, что я здесь делаю. Как вы здесь очутились? Я говорю вам, я местный участковый. Да. Шел мимо. Вижу в окне свет. Откуда? Почему? Согласитесь, подозрительно. Решил проверить. А как вы попали в квартиру? А мне ключи. Еще интереснее. Вы знали Свету? Немного. Вы приехали на темном джипе, да? Да, что? А рядом с ним ваши друзья? Я одна приехала. Простите меня. Извините. Пойду пообщаюсь. Я с вами. Нет. Оставайтесь здесь. И к окну не подходите, не отсвечивайте. Давайте я полицию вызову. Все-таки не верите, что я полицейский? Сейчас разберусь. Вернись, поверни свое отражение. Вернись. Вернись. Поверни свое отражение. Полиция. Ребята, не заблудились? Да нет. А можно документы ваши посмотреть? Да какие документы? Все, помоги. Представляете, все-таки ушли, гады. Вы ранены. Я сейчас скорую вызову. Не надо никакой скорой. Там просто кожу на голове стесали. Ничего серьезного. Давайте лучше вашу машину проверим. Подождите, вы уверены? Ага. Давайте я вам помогу. Нужно рану промыть. Может, у Светы аптечка есть? Воображаю ее аптечку. Да не суетитесь вы, ладно. Ну, я рядом живу. У меня есть аптечка, там в ней все есть. Давайте я пойду с вами и помогу. Да все в порядке с машиной. Ладно. А вы давно приехали? Я сегодня приехала.
И уже такие настойчивые поклонники? Слушайте, не надо так на меня смотреть. Я сама не знаю, кому успела перейти дорогу. Вот и мне интересно. Где вы живете? Нужно промыть рану. Ладно, пойдемте. Сейчас. Вытрите, а? У вас руки в крови. Ага, спасибо. Так, смелее. Аптечка на кухне. Угу. Вот. Ну что, куда? Садитесь. Ага. Так. Что тут у нас? Так. Так, поверните голову. Ух ты. Ой. Ну и каков диагноз, доктор? Подождите. Нет, знаете, на самом деле, рана не такая большая, но в травму на вашем месте я бы все-таки сходила. У вас голова не болит? Нет. Пальцев сколько? 9. Понятно. Да? Страшно. Ладно, мне не такое заживало. Чем мне вас угостить, а? Держите голову. У меня просто редко гости бывают. Это заметно. Ага. Волк одиночка? Ну, почему сразу волк? Ну, хорошо. Давайте, выпьем чаю за знакомство. А вот с чаем проблема. Как и с самим чайником. Серьезно? Чайника нет? Нет. Говорите, не волк. Как вы тут выживаете? Спартанское воспитание. Угу. Я ведь все больше по общежитиям. И семьи у меня никогда не было. И не предвидится. Все. Всех пугает отсутствие чайника. Ладно. А можно я руки помою? Да, разумеется. Спасибо. А, кстати, у меня есть кефир. Да, и газировка. Слушайте, ну, роскошный выбор. Давайте кефир. Хорошо. Кефир. Так. Можно, да? Да, разумеется. Спасибо. Да, еще есть же шоколад. Подарок от населения. Искать? Да ищите. Ищу. Знаете, вы сегодня там в квартире у Светы меня страшно испугали. Вид у вас такой... А? Да. Не очень вы похожи на участкового, если честно. Ну, если честно, я недавно в полиции. А вообще, боевой офицер. Все никак не могу перестроиться. Поэтому, наверное, и по голове получил сегодня. Никак не могу привыкнуть, что под рукой нет гранатомета. Так и подумала, что вы военный. Ага. Есть знакомый? Был. Был. Погиб? Нет, что вы, сбежал. О, какой позор для военных. Правда? Вот я тоже так считаю. Но, а может, его отправили куда-нибудь? Задание особой секретности. И особой срочности. Хотя он мне обещал, что секретных заданий больше не будет. Ну, а может быть, от него зависела чья-то жизнь? От него зависела моя жизнь. Значит, вы знали Свету? Она к вам обращалась, может, жаловалась на что-то? Ну, скорее на нее жаловались. Угу. Соседи от нее устали. Шум по ночам и все такое. Просили разобраться. Вы разобрались? Слушайте, а может, у нее были какие-то проблемы? Может быть, ей кто-то угрожал? Вы вообще с ней говорили? Пытался неоднократно. Только разве с ней нормально поговоришь? То хохочет без причины, то вдруг замыкается и молчит, как будто ее рот зашили. Понятно. Еще один вопрос. А к ней, может быть, ходил
кто-то, ну, там, друзья, знакомые. Ну, насколько я знаю, крайне редко. Скажите, а вот этого человека вы не видели? Не могу вспомнить. Ладно, извините меня еще раз за все произошедшее. Ладно. Хорошо. Просто спасибо за то, что бабуля сегодня моим рыцарем. Рыцарем всегда пожалуйста. Все дороги ведут на кладбище. Простите, что? Мне Света так сказала за несколько дней до смерти. А вы, должно быть, Лана. Вот какая. Если вы пришли, чтобы меня напугать, спешу разочаровать, у вас ничего не получится. Да ну что вы, откуда такие мысли? Я Агнесса, подруга Света. Она ничего обо мне не рассказывала. Мы работали вместе в газете. Простите, я... Просто слишком нервная в последнее время. Да я понимаю, это неудивительно. А вы знаете, я Света говорила, что вы вот-вот приедете. Странно. Мы с ней уже года два как на жизнь и в рождении друг друга не поздравляли. Правда? А я думала, вы близки. Она постоянно о вас говорила. Мы даже шутили над ней, что ее зовут не Света, а мы с Ланой. Мы с Ланой то, мы с Ланой все. У нее просто с языка не сходило. Ой, я вижу, вам это неприятно. Если честно, то да. Наверное, просто я отвыкла от этого. Хотя, в общем, это не имеет никакого значения. Скажите, а Света ничего такого перед смертью не говорила? Ей, может быть, кто-то угрожал? Ну, она говорила, что она ведет какое-то журналистское расследование и что ее могут убить. Правда? Да. И что? Дайте угадаю. Никто не поверил ее словам. Ах, я виновата. Ну, наверное, я должна была что-то предпринять и как-то спасти ее. Ну, боже мой, если бы я хоть что-нибудь знала. Мы же все думали, что это какая-то ее очередная фантазия. Очередная? Да, у нее каждый месяц была какая-то новая затея. Она постоянно носилась какими-то сенсациями. Выдумает что-то, загорится вся. Сидит, роется в архиву, стол завалит мятой бумагой, а потом, глядишь, и отвлеклась, забыла, и вот уже какая-то новая идея. А то еще, знаете что? Заявление писала на увольнение. Говорила, что уезжает в Москву к вам и будет работать в крутой газете. Хотя, если честно, ее и у нас-то держали, скорее из жалости. Вы меня простите, что я так говорю. Я ее любила. Очень. Но мне просто кажется, что она как-то заблудилась, что ли. Агнесса, а вам не кажется, может быть, Свет кого-то боялась? Вы знаете, да. Похоже. Но ведь из нее слова нельзя было вытащить. Ну да, вы правы, с ней стало что-то происходить. Она перестала появляться на работе, все время сказывалась больной, ходила худая. А спросишь, молчит, смотрит просто невидящим взглядом и все. Я к батюшке ее водила. Ну, я думала, что, может, он поможет как-то. А он сказал, что это все не от беса, это все от людей, которые хуже самих бесов. Но за неделю до убийства я пришла ее проведать. Нет, не подходи! Господи, что происходит? А? Нет, не подходи! Со Светой что-то? Нажалась, наверное. Или еще что похлеще. Орет, вот спасу нет. Ой, подождите, надо полицию вызвать. Вдруг ее там убивают. Нет. Да, ее убивают-то каждый вечер там. Нет. Уже раз 100 ментов вызывали, а толку никакого. Я не хочу. У нее там притон, наверное. Да. А с ней все профилактические беседы проводят. Я ненавижу тебя. Участковый, тормоз.
Света, впусти меня, пожалуйста, с тобой все в порядке. Агнес, это ты? Уходи! Мне сейчас не здоровится! Уходи отсюда! В окне был черный силуэт. Мужской. Точно мужской. Мне так страшно стало. Я убежала. Она подарок для вас оставила на работе. Полиция, когда проводила это свое расследование, они его вскрыли, но думали, что там какая-то информация. Но там был только чистый лист бумаги и старая газета. И что это значит? Ничего. Вы не поняли? Ничего. Света была не в себе. Совсем не в себе. Я бы все-таки хотела забрать этот подарок. Он сохранился? Да, конечно. Забирайте, он во всей редакции. Угу. До свидания. Да, спасибо вам. Ты о своей. О своей душе лучше подумай. Ценный совет. Хотя я бы на вашем месте подумала о голове. Кстати, как она? Здравствуйте. Здравствуйте. Что ей будет, Костя? А вы что тут делаете на кладбище, Лана? Расхищаете гробниц? Гуляю. Это ваш новый участок напрасно. Местных жителей конфеток не дождетесь. Уезжайте отсюда, пожалуйста. И не подумаю. Если вы решили мне указывать, то нам с вами больше не о чем разговаривать. Прямо, не кипятитесь. Ну, я понял, хотите в это дело лезть, и вас уже не остановить. Просто я боюсь за тебя. За вас. Я сама боюсь. Но уже поздно. Я хочу разобраться, что здесь происходит. Но все равно спасибо вам. Тебе. Я понимаю. Свет твоя подруга, и все-таки этим должен заниматься профессионал. Дело не в Свете. Вернее, не только в ней. Она оставила мне фотографию, ты ее видел. На ней человек, который очень много для меня значил. Сбежавший военный? Да. Эта история как-то с ним связана, и я должна понять, как. Отговаривать бесполезно. Абсолютно. Хорошо. Тогда мое предложение. Давай держаться вместе. Будем обмениваться информацией и все такое. Что ж, давай начнем совместное расследование. Угу. Тогда садись в машину и едем в редакцию. Нас там ждет трофей. Я даю тебе его подержать, а ты рассказываешь мне, что тебе еще удалось узнать и как ты здесь вообще оказался. Мне кажется, взаимовыгодное соглашение. Сделка века. В куртке того красавца, что терся возле твоей машины, оказалась листовка. Обращение к прихожанам храма. Кто бы ожидал от таких ребят, верно? Ты, как я понимаю, обсудил с батюшкой их духовный путь. Разумеется. Батюшка листовочку сразу признал. Сказал, ночью на кладбище стали появляться некие мутные ребята. Скорее всего, сектанты. Притом агрессивные. Один из них сунулся в храм, попытался эти листовки раздавать. Батюшка его выставил. Тут же подъехали трое. Что-то мне это напоминает. Как у батюшки голова цела? По счастью, пока просто припугнули. Сказали, спи, поп, спокойно, пока хата ненароком не сгорела. Может, устроим им засаду? Самоубийство на кладбище. Смотри, ты у нас эстет. Насчет старостиной. Это вам тогда к главному редактору. Ну, куда идти? По коридору и налево. Спасибо. А вот интересно. Светлана выбрала ту же профессию, что и ты. Это совпадение? Отнюдь. А подробнее? Ну, Света не выбирала ни профессию, ни прическу, ни цвет помады, ни книжку, которую читать. Угу.
Впрочем, как и мужчин, если подумать. Я выбирала, а Света лишь следовала за мной. Следовала или преследовала? Это была мания. Сначала мне было даже приятно, что мне подражают. Льстила. Но потом, знаешь, стало как-то жутко. Как будто смотришь в зеркало, оно кривое. Вроде все то же самое, что у меня, только не настоящее. Имитация. Вот, точное слово, имитация. Московские гости. Здравствуйте, здравствуйте. Мне уже сказали сверху вниз. Вернее, снизу вверх, что вы уже приедете. Пойдемте. Пойдемте. Света, покойница, точнее, ну, покойная Света мне сказала, что вы приедете. Пакеты мы ваши вскрыли, ну, исключительно в интересах следствия. Кто бы сомневался, и что в пакете? Ну, что? Ну, обычные плоды творческой деятельности Светы. Макулатура. Я смотрю, вы сильно уважали нелегкий труд покойный. Да, точнее, нет. Вы знаете, она проработала во всех редакциях города. Ее отовсюду выгоняли за характер. Я ее держал исключительно из жалости. Какой великодушие. Так. А вы слышали, что Света начала вести журналистское расследование задолго до смерти? Я вас умоляю, ну какое журналистское расследование? Я не верю ни в Деда Мороза, ни в летающие тарелки, ни в способность Светы вести хоть какое-то маломальски разумительное расследование. Вы знаете, у нас содержательная беседа, но мне надо работать. Не стоится, конечно, но есть чем заняться. Я могу осмотреть рабочее место Светланы? Слушайте, ну там уже рыли-перерыли. Опергруппы, спецгруппы, еще не хватало только охраны президента. Ну, зачем эта шумиха, я не знаю. Исключительно в частном порядке. Без протоколов и понятых. Только мы. Вот только чтоб ни понятых, ни протокола, хорошо? Выйдите из двери налево. Спасибо. Не за что. Раиса! Так, лесные пожары охватили область. Местный шуман и телеведущий арестован за вождение в трезвом виде. Я не понимаю, она пошутила, что ли? Дата о чем не говорит? Подожди. 1 августа 2010-го. Значит, что-то произошло 1 августа 2010-го. Мы с ними через Сбербанка. Вот. Вот оно. Так, в ночь на 1 августа в Красноармейском микрорайоне был зарезан в своей квартире Юрий Лагин, недавно вернувшийся с горячей точки. Причиной смерти послужило ножевое ранение. На руке жертвы зверь вырезал напоминающий крест символ. Что это, метка маньяка или попытка выдать убийство за ритуальное? Так, подожди, 1 августа. Ритуальное. По официальной версии, Лагин убил его бывший сослуживец во время ссоры, возникшей во время совместного употребления спиртных напитков. По показаниям соседей, Лагин весьма громко и долго отмечал демобилизацию. Задержать, вероятно, убийцу по горячим следам не удалось. Он объявлен в розыск. 1 августа 2010 года – это день, когда исчез Валера. Получается, сразу после убийства. И знак. Дай. Крест. Это не крест. Я знаю, что это. Господи, неужели я сплю? У Светы тоже был такой знак? Угу. Это не крест, это стрекоза. Стрекоза, обернись! Стрекоза, братишка, это я! Почему он назвал тебя стрекозой? Куда ты уходишь? Это был мой позывной, там, на войне. Ты его знаешь? Неважно. Ну, просто
Пьяный дембель — это не лучший спутник для романтической прогулки. Да? Я только тогда осознала, кто он и чем он занимается. И впервые испугалась, что могу его потерять. Я собиралась в Москву. Второе высшее. Он сказал, что поедет со мной. Все было уже решено. Два билета в будущее. Мы были так счастливы. 1 августа я ждала Валеру на вокзале. Он все не шел, не шел. И я ему звонила. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Аппарат отключен. А потом сказали, объявили посадку. Я тогда впервые в жизни настоящего захотела шагнуть под поезд. Но я этого не сделала. Я этого не сделала. Я села в вагон. Я села в вагон, прорыдала всю дорогу до Москвы. А потом я решила. Потом я решила, что навсегда, навсегда вычеркну его из своей жизни. А теперь опять он. Ты думаешь, что он может быть убийцей? Он не мог. Ты что? Нет. Нет. Я вообще не понимаю, как я могла подумать. Это просто какая-то ошибка. Пойдем отсюда. Что это означает? Это фотография, и дата, и это чудовищный знак, и потом что-то символизирует этот пустой лист? Не пустой, а чистый. Большая разница. Ну, как сказать. Есть у меня догадка. Чистый лист — это название одной эзотерической шарашки в городе. Вполне возможно, что это они шляются по ночам на кладбище. Тут может быть связь. Надо проверить. Ты как? Давай просто забудем об этом. Ладно. Думаю, на сегодня детектив хватит. И еще. К этим сектантам в чистый лист я поеду сам. Ну уж нет. Только надо заехать и переодеться, потому что идти к сектантам в траурном платье уж слишком символично. Тебе не надо туда ехать. Ни в платье, ни без. Перестань. С твоим полицейским похождением ты там ничего не добьешься. Там нужно женское обаяние. А если обаяние подведет? Сумочкой будешь отбиваться? Это спокойное место. Там же экстрасенсы, карма, аура, пас руками. Все будет хорошо. Хорошо. Созвонимся. Нужно кое-куда зайти. Тебе же подбросить? Спасибо, я пешком пройду. Надо подумать.